Fresh bullets! Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Изменил все. И в особенности мою жизнь. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo novus'ов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ебу. Даже душу выпотрошили. Черный напарень! Внешний блокпост уничтожен! Дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово.
На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Is telling me it's lagging, so I don't know if you guys are noticing any stuttering with the stream. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза, я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё вооружейно и на платформу. Они уже заждались. Я буду там, и смотри, ничего не забудь. Вот что, спервертоция, бабушка, здорово! So, I'm just going to assume you guys can hear me. So, in the game, I decided to come into options here and turn on subtitles, English subtitles. But, I guess you can't change it outside of the game. There's also a voice language option, and there's like Italian, Russian, English, there's a bunch, and I turned it to Russian because it just has a better feel to the game since this takes place in Russia, so it's a cool effect. Anyway, this game is fucking really good. So far I've been impressed with it. The lighting and most of the texture work looks great. Particularly the lighting is looking really good. The models of the characters seem, I mean, you can kind of tell they're showing their age a little bit. You can see it especially in the faces. So I'll walk around here, you can kind of see. This guy looks pretty good. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Прекрасно. Где ты вообще эту запись нашёл? Walking around these environments is they did such a good job with the environmental stuff, and just dripping with the atmosphere, it's great. Really good stuff. If one of you guys, if you guys can hear me, can one of you type in chat just so I know you guys can hear me? Твоя мамочка тебя не слышит там в аду, так что заткнись. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь твоей мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, черт, приснится же такое. Уже опять снилось, что я на поверхность купала. Обязательно. Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. Ну вот, этот мужчина, так он позавтра, поворачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Hey guys, welcome to the stream. If anybody can... can you type in chat, just so I know you guys can hear me? Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед, грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да я тебе. Петя! Петя, это ты! Ну что, сам не сможешь открыть, что ли? Ну
Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Это под ноги смотришь, наследил тут, а убирать кто будет? Вот я б тебя, Харри, в грязь тмакнула. Проваливай, Артём. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя могу? Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, пап. Извини, я больше так не буду. Точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение — главное орудие убийства на планете. Господи, за что это? Похоже, собрательство, которое придумал бюллетень. И вот еще задумался. У нас у всех... Эй, ты! Иди-ка сюда! Жуть! Если использовать их по назначению, то один патрон — это... Получается, что Артемыч... Нечего тут уже вашу стишать для воротинника. Это честный человек. Без хорошего считай, нету солдата. Все эти слова. Такой защиты хватит точно. Короче, однажды ты не очень оценишь свою жизнь. Ничего, сэкономишь на шлеме, потратишься на кожу. Ай, молодца! Черт тебя знает, решили срезать через боковой... Чувствуйте себя как дома. Выбор пушек наш отличный. Черт, шучу, генерал. Ну, как шучу. А там в этом туннельчике туман стоит. В двух шагах. Ничего не было. Там звучки какие-то такие. Странные. Опять нажрался. Давай, вставай, скотина пьяная. Давай, Сушка, выбирай свой подарок. А? А? Лучший курс только здесь. Только, но только если ты будешь хорошо себя вести. Договорились? Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой и тебе хана. Ты чё, Артём? Ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись как следует. Привет, Артём. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? Тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Перегревается в 2 секунды, поэтому называется «у**ком». Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. И заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки. И пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Старайся первое время особо не высовываться, окей?
Думаешь, мы доживем до того дня, когда снова... Вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И наш тоже скоро не будет. Земля достала. И мы сами... Но ведь было метро и другие города. О, привет! Видите? Ну чё, как? Guys, can you hear me? Hello? If you guys can hear me, can someone type in chat just so I know you guys can hear me, so I'm not talking to myself? Стройненько был, Артемыч, як ты? Еще один. Слышь, да дай мне хоть отдышаться. Oh, cool. Okay, thanks. Is it clear? Can you hear me clearly, or is it distant? Привет, Тём. Поросёнка не... Недорого. Нормально я держу. Ты командир. Okay, cool, thanks. All right, just to catch everybody up, I decided to go with... You can change the language options for all the voice acting, the VO work in the game. You can change it to English, Italian, Spanish, Russian. And I decided to change it over. It defaults to English here in the United States, so I changed it to Russian, but I turned on English subtitles. And I think that's pretty common amongst fans, something to do. And it sort of just helps with the atmosphere since the game takes place in Russia. And so far it's great. I love it. I'm really glad I did it. I played a little bit of Metro 2033 on the PC years ago, but my computer couldn't really run it, so I just... This is mostly new because I've forgotten all this stuff. And loving the atmosphere. Hey, Gavin, UK. I'm gonna try something. So if you wouldn't mind, could you type again in another text? I'm gonna go full screen, and I want to see if your text pops up on the screen. Честь имею. Продвигаться. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы... Готов? Тогда двинули. Твое изобретение — главное орудие убийства на планете. Это похоже, чем быть тем доктором, который... О, май гад. О, I forgot about this car. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Да пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. Но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Do some more typey-typey. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Желайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Да, Артем. Свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера.
Well, shoot. Text doesn't... I can't see the chat if I go full screen, which is kind of a bummer. I thought there'd be a pop-up or something. Oh, well. I guess I'll just have to check back and forth to see if you guys have any questions. Слишком. Я тут челночу помаленьку туда-сюда покупаю товар. Метро, наверное, повидала. Давай, давай, ну двигай. Да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Oh God, not the service tunnel. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. Gavin, did you play it on the PC? Yes, this is Xbox One. And I have to say, so far I am... I'm really impressed so far. It's been a solid 60 frames. It's looking good. Oh god. Ugh. Shit, I don't know if you can hear those noises. Можете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Yeah, you know, if I had a choice, I'd get it on PS4 also, but Deep Silver sent over Xbox One codes. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее. Well, it's already out on PC, not the Redux collection, but this was previously released on PC, both Metro 2033 and Last Light. But the Redux, they come out next week. Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. I don't know. Yeah, I agree. Wake up. Yeah.
происходит? Черт! Тревога! Борис! Очнись, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Я все сдохну! Стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! Ну за кого он пьет-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Твое здоровье. Давай. За тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артема. За тебя, Артем. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло-то? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчат у них трущобы смотрите. Короче, вроде как прошли сквозь невидимую волну и отрубились на это. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая Артана Сочи. Это Артем нас.
все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Спасибо, брателло. Благодаря тебе у меня сегодня тоже праздник. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. Вы, грубые солдафоны, как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я сам сделал этот выбор. Что ты сейчас сказал? Здорово. Туннель на проспект Мира временно закрыт. Туннель, ведущий к проспекту Мира, запечатан. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау. Ты Артем? Я бы тоже хотела. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Привет, медведь. Ищи сам тогда. Дяденька плохой. Тут не район, а бомжать. Дяденька жлоб. Гляди в оба, а то. Жадина. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Чего отстаешь? Ай! Ты где там? Чего отстаешь? Догоняй! Ты где там? Вон он сидит. Подойди-ка. Ладно, мне пора. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да?
Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Ладно, я подожду. Но я нетерпеливый, ты учти это. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Yeah, that's another benefit to turning on the Russian VO work. It's all pretty good. And more convincing than the English VO stuff. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков, блин. Будем друг друга прикрывать. Чё за... А, это просто кикимора. Они не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Lighting's really good. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня. What is that?
Nice. Ah, flies. Oh. Pump your automatic weapon. Hold LB to bring up the equipment menu. Trigger. Okay. I don't know which weapon to go with. This is Xbox One. I think I'm gonna go with the shotgun. Because there's more rounds and... Where's my guy? There he is. Make sure there's nothing on the seats. Ammo. Okay, let's look up here. Oop. Let's crouch and go in here. God, this kind of has like a Silent Hill vibe. Like a Silent Hill 1 or 2. I guess not too much, just a little bit. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских. С ними покончить. А. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работа. Смотри не за день банки. Okay. But first, let's go see what's up here. Bound to be goodies. Nothing. God, these flies are just as annoying as they are in real life. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Shit. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Good. Good. Don't step on the... Alright.
они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый валет, пощады никто не желает. Черт. Well, that's how stealth works. Oh, shit. 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 No, he's supposed to pump the... Damn it. Guy, didn't I? Yep, I'm awesome. This is awful. My god, I am the worst. I was gonna try and stealth through this whole area. Alright, come on. Where? There. God damn, it's dark. God, ammo is so scarce. Alright, you can knock the chair over for God's sakes. Come on. You kidding me? Jump your ass over that chair. Thank you. Let's go see what's over here. Lock. Front of me is probably not a good idea. Good lord. Ugh. This feels so weird. Look at...
controller options. Movement, sensitivity. Auto aim border. I don't want any auto aim. And I don't want any of that. Maybe that's the problem. God, it's such a weird sway, and there's a weird dead zone in the very center of the right stick. It just feels kind of weird. Having a hard time, like, aiming. Okay. Мост чисто стрёмное место. Вот тепла. Я тебя крою. Иди за мной. Будем идти вправимся. И не выделывайся. Мне еще жить охота. There's a health kit right there. What the hell is that? Противогаз живо! Ну, давайте! Вылезайте, чмошники грёбаные! Папа пришёл! No, what are you doing? Yeah, this next week.
качели, мать его, бога душу. I don't know if you guys can hear, but his breathing is heavier, and you can sort of hear it. Swap filters, okay. Oops. God, this game is stressful. Обрушение тоннеля, мать. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. И хрен бы с ним. За мной! Come on, dude. Let's go. Hopefully this game has a good checkpoint system. Ну и качели, мать его, бога душу. Обрушение тоннеля. Засада зуда. So that is switching between like premium ammo, which is like money. That's the currency in the game, and then just regular ammo. Which you don't have much. And not gonna be good. So it seems like when you get really hurt, like I just did, walking was slower and the controls were a little more wonky. Wow, what is this? Man, the heavy breathing of the protagonist after like a gunfight or after running is a really cool effect.
My light is starting to flicker, so that means pull up the battery charger, crank it a little bit, right trigger. Let's see, no ammo. God, scrounging for ammo. Слышишь, ты пошарь там по шмурам, может найдешь чего, и двинем. Great. Me both. За хрень со мной была. Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Charge. God, do I dare go for it? Jump over there to get to that guy. Looks like he has something. Ah, hell, we gotta go for it. Ah. What did I pick up? Well, I don't know what I picked up. It didn't really... Did you guys see what I picked up? It didn't really say anything. How did I get it? Deep Silver sent me a review copy.
sound design is really good. If you have headphones, I recommend using them. Part of me wants to drop down there. Let's see what's up here first. Ну вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Oh, I bet I come up right over there. Okay, I'm gonna go down here. Screw it. See if there's any goodies down here. Yeah, it's a good looking game. Shit. Shit, shit, shit. Okay, there's the ladder. Okay, how did you get behind the railing? What the hell? Am I stuck? What the hell? Come on. No! No! Over here, let's go see what's over there. Nice. Oh yes. What is this? Oh. Okay. That blue box looks important. Not gonna let me get it. Okay. Ammo, yay! That is totally a health pack. Let's see what's back here. Maybe he had that key. Alright, let's get the hell out of here. Yeah, something very angry is over there. Where's my guy? Люди, тротуар, откройте, прошу, дайте помереть страшной смертью.
тут сожрут сейчас! О, щет. Кого вы за собой притащили? Упыри! Землю, заводи трезину. Спасем этих путов. Артем, держись! Нам сегодня гада прет! Ребята вообще юмора не понимают. Камикадзе, this is a review copy. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Guys, I'm actually going to stop right here. I'm going to go get some coffee, take a break. I might play some Diablo 3, not sure, but I'm definitely going to play more of this until it comes out. I'm going to progress through it. I'm going to play Metro Last Light as well. So follow me on Twitch so you can find out when I'm actually streaming.
or follow me on Twitter at HeyMarkD. Thanks for hanging out, and like I said, I'll probably play some more later today. I'm definitely going to play some more Diablo 3, having fun with that. I'm hoping to get to level 70 and complete Act 5 today, and also find the Last of Us dungeon and all that stuff. So, subscribe on Twitch, and I will talk to you guys soon. Thanks for hanging out.